Привет! С вами снова Ваня, и это уже четвертый сезон похождений Вани на каких-то странных серверах. На этот раз ура-ура! Сборка правового сервера стала стабильной. Третья серия этой самой сборки. У нас куча модов. 27 страничек всего. Разнообразная броня, мок ричерс, да, на самом деле я сам в них сейчас все еще путаюсь. Все есть, вместо логистик пайпсов у нас Red Power. И я потихонечку ищу, куда бы мне приткнуться. Я ухожу со спавна для того, чтобы начать ломать деревья и так далее, и так далее, и так далее. Народу много. Народ весь сидит в отдельном канале голосовой общалки. И я не хочу их включать, потому что они очень громкие. Опа! Это интересно. Это уже деревня. Если это деревня, это значит, что здесь есть еда. Да, как вы помните, я не люблю дохнуть просто так, поэтому попробую их ограбить. Но кажется, я здесь не один такой. Кто посадил морковку? Ладно, морковка сойдет. На самом деле, я думал, что-то насчет хлеба. Так, ну, на кусочек хлеба мне хватает. На самом деле, не так важно, чем я сейчас занимаюсь. Я сейчас хочу дойти до вот этого места. Вот до этого места. И говорят здесь... О, тут есть деревня тоже. Говорят, там есть все. Поэтому я сейчас потихонечку... Запасаюсь провиантом. Ой, холодно. И топаю туда. Знаете, морковка, она такая, она питательная. И я не думал, что морковка это настолько клёво. Так что, может быть, даже буду питаться именно ею. Путь долгий. Никакого мисткрафта у нас больше нету. Поэтому придется идти пешком. Ну и на самом деле вначале-то тоже с мисткрафтом было все клево. О, надо сделать себе что-нибудь для защиты от монстров. Например, каменных мечей немножко. И вообще прийти туда уже во всеоружие. Может быть даже в броне. Ну и сейчас посмотрим. С мокричерсами у нас большие проблемы. Монстры большие, страшные и злобные. Бы мне добыть камушка вот здесь вот. Но на самом деле это всего лишь начало, тут ничего интересного нету. Прямо сейчас рудокопать я не полезу. О, хорошие залежи. Тут должно хватить на все. Мало. И я пошел. Как назло, вот эта штука, а это, по-моему, янтарь, не ломается деревянной киркой. Так что мне сейчас придется сделать полный комплект инструментов. Сервер хороший, весь народ, либо ложится спать, либо выходит на ночь. Так что, дай-ка я попробую вот так вот. Так что никаких особых проблем у меня с монстрами нет. Не, кажется, эту штуку надо ломать только железной. Ну-ка, это действительно так. Да, так и есть. Ну, ладно. На меч хватит. А каких-то ресурсов там, говорят, уже есть. Так что делаю себе мечей. Конечно, много. И иду дальше. Что за звуки? Это звуки еды. Точно, точно, я ее знал. Еда, ты где? Ай. Ну, ладно. Мок Ричерс добавляет не только очень злых монстров. Она еще добавляет и много разной еды. И, как я помню, я продолжаю двигаться на север. Посмотрим, что там. А вот, собственно, и еда. Стартовая нефть. Эй, еда, ты куда? Ну, тоже. Что дали?
Денис, фур. Пойдем в Майнкрафт. Что делается из шерсти? Пойдем. Ксюша, в принципе, в Майнкрафт можно. Интересно. Ребята. Да. А шерстяная одежка, она хорошая? Не знаю. Надо гайды смотреть или снимать. Помог Ричардсу? Помог Ричардсу. А то я тут кого-то замочил. Вы, кстати, там это уже развились или не очень? Не очень. Да, ничего. Никто еще ничего не делал. Мы копаем. Знаешь, я тоже копаю, но как-то каменной киркой не особо покопаешь. А, тебе алмазный бор надо? Мне нужен рудокопательную лазерную орбитальную установку. И желательно космическую электроклизму. Коль, смотри, как думаешь, такое застолбление пойдет? Ага, из него, наверное, тоже что-нибудь вывалится, и я себе сделаю. Вань, я знаю, зачем тебе орбитальные копательные станции. Нормально пока. Я знаю, что ты знаешь, зачем она мне. Я думаю о том же, о чем и ты. А, скопать все. А, Ване сказали, убивать что мы карьеры не ставим. Почему вы не ставите карьеры? Мы не ставим карьеры. Ставим. Ну, надо как-то либо в океане, либо как-то аккуратнее. Я хочу сюда вниз. А мне хорошо, чтобы я на карте не падал. Ну да, да, да. Было, ой. Чтобы у Бога не было. Карьера. Если вокруг городов, то ставить на большом отдалении, чтобы не видно было. Либо а потом я, допустим, строить в этих карьерах что-нибудь. Вот, я что и хотел предложить. Под землю катывать. Либо под землей укатывать, да. Но там зато мобов будет. Блоков на 5, на 6 ниже уровня земли, и копай не хочу. Ну, да. Так, давайте посмотрим. Ой. Так, Майнкрафт такой? Так, где я? А мне? Дай, куда Ксюша, мне? Давай с нами. Я пошел куда-то не туда. Ну, я в карьерах разочаровался, я, наверное, только черепахами буду пользоваться. Ха-ха. Черепахи ломаются. С чего бы это? Ну, с перезагрузки сервера, например. Ты имеешь в виду, программы слетают? Угу. Постабиль. Ура, еда! Не программа слетает, программа останавливается, и тебе приходится заново... Ой, они в одной стае. Чё дали? Хайд. Чё, нашёл кого-то? Тоже какая-то шкура. Писал? Ну, я хотел какую-то шкуру добыть. А в итоге за это покусали. Да, не сильно. У меня полный карман морковки. У меня просто черепаха хорошо попает, достаточно широко. Кстати, я так и не понял, а как эта грёбаная морковка на удочке ух ты работает с грёбаной свиньей? Ну, во-первых, она не грёбаная, и свинья тоже не грёбаная. С грёбаной действительно не работает. Просто... А во-вторых, на нее нужно сесть. А, я на нее садился, в том-то и дело. Сижу с удочкой на ней. Так, ладно. Что делать? К мухам приставать не буду. Это мыши. Из мышей что-то вываливается здесь полезное. Как со слом. Морковка перед ней Маша, она двигается к ней. Песочек. Так, мах, то есть ты конкретно не будешь... Ну, песочек можно добыть. Потом. А, то есть это куда... Если она захочет идти, она пойдет. Ладно. Туда. Я потихонечку иду по этим бережкам. Так, и вернусь, когда будет что-то интересное. Ура, черепаха. Обожаю черепах. Из черепах вываливаются... Да, эй. Да. Ой. Не обговорили, видимо, план. Сундук. Вообще, да... Черепашье мясо, но должны были вываливаться сундуки. Что из него делается? Так, Коля, ты... Какой-нибудь суп. Кикаешь, welcome, Адам. Хорошо. То есть кушать мне есть чего. Заходим обратно, где мог. Так, ладно, мышь я потерял. Пока тебя не было. Мой друг из трех букв из Америки подал мне, да, хорошую идею. Ребята делят нефть. А кто тебе, типа, а чё тебя не было на сервере, да? Да-да-да. А чё тебя выкидывало? Да. А чё так много всего валяется на земле? Я тут по лесу иду, какие-то саплинги. А это потому, что тут чё-то генерируется, и чё-то деревья уничтожаются, они падают. Там рыба ещё может генерироваться на поверхности. А нафиг нам ледник? Ну, у вас там ледник? Да. Ну, да, видимо, электробиом что-то уничтожил. Не, бывает, вулкан что-то уничтожает. Ну да, или вулкан уничтожает. А куда я иду на самом-то деле? У.
кстати, можно уже бегать, потому что морковки полные карманы. У нас тоже есть нефть, ура! Только как-то... А я не понимаю, куда ее девать. Я надеюсь, ты не забыл Форестри поставить? Конечно. Гректех с нефтью меня не очень радует, потому что нельзя газ засовывать по трубам в обыкновенные генераторы. Вот если бы оттуда вот газ просто отводился... Трубы можно, а вот в обычные генераторы не совсем. Можно в бойлеры сжигать. А так, на самом деле, Гректех своя сжигалка собственная есть. А, есть сжигалка газа. Да. Ну, вот там сейчас вообще красота. У него хорошо. Топливо... Вань, посмотри, нитро топлива. Ты увидишь, насколько оно вообще эпичное. Вообще эпичное нитротопливо. Кстати. А кто мне All-Terrain Vehicles обещал? Ура, уголек. Ну, чтобы кататься по земле. Не, ему такого никто не обещал. Ай-яй-яй. Я хочу ездить на машинке и отстреливать всех из винтовок. Торус Драгон, наверное, обещал, он хотел такого. Вот я что-то последнее... Ну, учитывая, что мы нифига не телепортируемся... у нас же лошади будут, да? Они есть. Лошадки, пегасики. Ну, хорошо. О, кстати, Коль. Который... Так, можно делать факелы. На карту, севернее ну, я пока двигаюсь. А, я, кстати, уже дошел. И вот на полуострове... На боковом виде. Фомкрафт. Строение таким интересным. Утка. Утка, съедобная утка. Кто такие? Кто? Не помню. Ой. Северо-восточный у тебя. А в Миллионариус уже кто-то играет? А то у них тут война началась. А они сами играют. Они сами с собой. Ты им подобрал. Хорошо, они играют в нашу игру. Ну да, это мы играем в их игру. Если им помогать в войне, тебе это вообще никак не сказывается. Ну, на... Ух ты, Скорпион, это плохо. Сейчас я до острова доплыву, а то не могу в лодке ливать. Я тут нашел это. Я Майя нашел. Я нашел 5 маленьких настроений. Чё говорит? Надо варить. Они продают хлеб и водку. На самом деле надо сделать быструю доманку и не париться. И освещать все. Вау. Вот с кем надо было торговать. Тут с этим могут быть некоторые проблемы. Я вот не знаю, как с этим, с креативом этим, с животными. Короче, насколько я знаю, например, квант в лесу практически равносилен просто алмазной броне. Ребята, а поспать никто не хочет? Так они как раз все свалили уже сервер. А, ну да, я тоже хочу свалить. Спейте. Ура, я дошел до какой-то деревеньки, и кажется, это деревенька из Миллионариуса. Какой ты говоришь раньше рецепт был? Сколько всего. Придется делать вот так. Продукт при еда. Сэндстоуна в а почему они не едят пшеницу? Его раньше можно было молоть в селитру. Сейчас не менее хороший рецепт. А у нас нынче мобы пшеницы не кормятся? Они с 1.4 все кормятся различной едой. Это ванилка. Это ванилка. Кружки вроде как зерно жрут. Или что-то еще. Или этот, по-моему. Курица зерно, да. Курица зерно, а хрюшки, по-моему, или какао. А хрюшки нет? Морковки. Морковки я сам жру. Уж картошку ешь. Картошка жарит. Так, запас хрюшек у нас есть. Ну что, я пойду поищу, кто здесь есть. Большой закрытый сундук. Ага, я нашел чье-то жилище. Что тут есть? Я тут нашел какую-то пещеру в... О, как тут хорошо. Копай. Че копай? Я нашел чью-то пещеру с тоннами Николайта. И даже чьими-то пластинками.
Копай. Чё копай? О, тут даже правильная шахта. Сделанная из лесенок. Прям как я люблю. Сейчас надо мной стоишь. Ну, видимо, да. Чё там внизу? Ничего интересного. Тогда я израсходую все ваши запасы шкур. А, нифига себе, ничего интересного. О, я тут жить буду. Прямо в пещере? Нет. Пещерный моб? Правда, у меня есть подозрение, что вы тут все построите намного быстрее, чем я буду успевать записывать, но это не страшно. Ну, будешь показывать тайминг. Это вряд ли. Мы не торопим. Мы всем... Так, ладно, всем... я наверх одеваться. Так. Где-то я здесь видел. Где-то я здесь видел. Вот это и... О, вот это. Можно сделать шапочку. Это называется Тимус или Фалос. Он, скорее всего, нашел фигню. Нет, именно торчит из этого. Насколько высоко торчит? Что-то как-то ничего интересного. Ну, блоков 5-7. Это не фалос. Что можно сделать из 6 штучек? Штанишки? Штанишки даже нельзя сделать. Мне интересно, кузница, боже, у нормальных шапочка. Или у всех деревень есть? Это ай, ё. Видел, все разные. Как а сказал... он нормандц. Ну вот мы вот сейчас кузницу построили. Круто. А вы что, специально строите? А нет, нет, ты им... нет, а вот она как раз стоит слева. Ты им ресурсы даешь, они сами его возьмут. Ну я знаю, вы специально мы специально развиваем эту деревню? Да, да. Нормандцы. Стимпанк. А что у тебя с головой? У меня с головой? Ну, я это, я из каменного века, у меня каменный меч и шкуры. Козлы! Настоящий нормандец. Козлов морковкой кормили. Сервер, сервер съел всю оперативу за 42 минуты. Все 16? Да. А чё, нет, держи. Прикиньте, вещи не просрал. Он съел 16 гигабайт? Ну да, медленно так набрал 16 гигабайт и потом сбросилось опять до... Это хорошо. Двух. Никто не заметил, как сбрасывается? Нет, кстати, не заметил. Да мы вышли, чанки освободились. Ну чё мы будем делать дальше? Ксюша, у нас тут блок... Ну вообще, ну, Евгений сказал, что ресурсы пока добывать. Ждать скучняк. Ну ты можешь под базой, под землей, Ваня, я думаю, построить все, что угодно. Ну, в общем, да. Он запретил мне 30 блоков вниз. Фу-фу-фу. Ниже можно. Да, и учитывая, что ваша деревня сама разобьется там до хрена. Да, деревня да, тоже размножится, так что тут будет ужас. Ужас. А чё у нас так мало сундуков? В лесу стоят 4. Что такое 4 сундука? Ну, я пока иду в лес. О, забавно. Здесь но можно жить. Все, окей. Это значит, он чё набирает пишут? Её верно, да? То есть у него алгоритм такой просто работает. Из-за параметров. Вау. Ну чё, клёво? Грамм, действительно, грамм, что у нас есть? Что у нас есть? Я думаю, наверное, надо судить по той нижней точке, которую он занимает. Надо напасть на козлов. Вот, чем уровень исполнил. Что у нас есть? Круто. Ну нормально, че. Угу. Не, ну 17 гигов это мы так не могли. Жизнь-то налаживается. Новый индастриал, кстати, в котором утечки памяти вроде как исправлены. Оказывается, они там были. Не, просто я сейчас... Это, скорее всего, все из-за меня. Так, мы открываем путешествие? Ну да, потому что как бы это... Очень быстро. Все. Просто надо перетащить все сюда. На старом сервере играли, и это на своем месте было постоянно. Переделывал там и прочее. То есть не так быстро все было. Ну, ну что, я не знаю, пойду похочусь на козлов.
наткнул. Так, ну чё, может быть, мне сейчас повезет. И я понавыбиваю. Можно сбрутить dedicated сервер. Чё-чё? Dedicated сервер сбрутить. Не понял тебя. Коза, ну, у тебя в группе куда пошла? Идет, что? Человечек как-то каким-то интересным способом выделился в dedicated сервер. А, я понял. Ну-ка, коза. Windows сервер 2003. Вы будете размножаться? Не. Это а козы у нас вообще не размножаются. Без понятия. Что-то им как-то... Ну ладно, все равно я их убивать буду. Черт. Без них обычной кожи валится. Одну себе оставь. Кого одну? Козу. Не, а зачем? Тигр! Фак! Где? У меня. А ты где? У меня атаки. Ща мы его наваляем. Только морковки поедим. Я пошел искать тигра. В общем, не нашел я никакого тигра. Решил сходить. Черт, да опять какая-то неправильная пещера. Два острова, грибных. Ну, ладно. Прогресс налицо. У меня есть шапочка. А во всем остальном в следующей серии. С вами был Ваня. Счастья, радости. Ух ты, вот что я нашел. Тоже ничего нет. Пока.